называется «Дельфины». Кажется, нам есть чему у них поучиться. Вообще обрызг. Да, муза и баян справляются с препятствиями как нельзя лучше. Что называется, грациозно и очень артистично. Стоило даже обратить внимание на ту синхронность и согласованность действий, с которой только что был прыжок. Сюрприз от Полины, называется он «Война мельница и морской фонтан».